Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Давайте выполним упражнение номер 2 на странице 97 учебника математики для 2 класса автора Дорофеева. Юра и Оля решали пример. 2 плюс 3 умноженное на 4. Юра выполнил сначала сложение, а потом умножение. А Оля сначала выполнила умножение, а потом сложение. В ответе у Юры получилось число 20, а у Юли 14. Числа получились разные, потому что разным был порядок выполнения действия. Какой же здесь правильный порядок выполнения действия? Сначала выполняется умножение или деление, а затем уже сложение или вычитание. То есть в данном примере мы должны были 3 умножить на 4, получается 12, и 2 плюс 12 получается 4. Значит, правильный ответ получился у Оли 14. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.